День учителя традиционно отмечали на этой неделе. Так уж повелось, что для виновников торжества этот день и рабочий, и праздничный одновременно. Педагоги признаются, каким бы ни был школьный стаж, каждый раз в день учителя сердце бьется сильнее, потому что обязательно будут теплые слова и букеты цветов, и более внимательные ученики и большое количество пятерок. Конечно, когда возвращаешься домой с букетом цветов, люди идут навстречу. Улыбки у людей совершенно иные и прекрасно понимают, что это идут учителя. Вот. Поэтому поздравляют. Иногда даже на улицах просто незнакомые люди. Поздравляем с праздником. А это уже официальные поздравления. Торжественные речи и музыкальные номера. Грамоты и благодарности из рук губернатора учителям-отличникам. Торжественный зал полон. Более 1000 работников образования. И каждый год среди них все больше молодых. В 2009 году нас... В тот год молодых специалистов было 192, по-моему. В этом году, насколько я располагаю сведениями, их уже 240. То есть, в принципе, такая положительная динамика наблюдается. А уровень зарплат в отрасли вырос на самом деле. Главное управление предоставляет на самом деле большое количество льгот, в том числе ипотека, компенсация найма жилья.